Привет всем! Сегодня хочу рассказать о таком вот замечательном, очень красивом растении. Это у нас кариопсис. Такой он желтенький, цветет, выращивается рассадой. Это многолетник, но вот у нас он, к сожалению, в прошлом году мы его сеяли, и он вымерз. Собрали семена свои и посеяли в этом году в теплице на рассаду. Очень хорошо всходит и растет. Зацветает в начале июля при посеве в конце апреля на рассаду. И будет цвести до сентября. Даже в начале октября иногда еще он цветет. Но затем в этом году, конечно, его прикроем, чтобы он не вымерз. И надеемся, что перезимует. Очень красивое, неприхотливое, невысокое растение. И вот такие вот маленькие солнышки. На всякий случай снова соберем семена вот с отцветших цветочков. Посмотрим, если что, снова посеем на рассаду.